Итальянцам о казахстанцах просто и доступно. На самой крупной книжной ярмарке Рима презентовали издание о нашей стране. Называется книга «Казахстан. Центр Евразии». Написал ее Фабио Индео, эксперт по Средней Азии. Прежде, по его словам, ничего подобного в Италии не печатали. Издание рассказывает об истории, экономике и культуре, природе и достопримечательностях. Книга издана тиражом 5000 экземпляров и будет доступна во всех магазинах. И это первая книга, которая посвящается Казахстану. На мой взгляд, это удивительно, что такой проблем не был там как бы решен, заполнен раньше. Часто здесь знают о Казахстане только одно, о его энергетических запасах. Но в Казахстане гораздо больше возможностей, гораздо больше интересного, например, для туристов, природа, культура. Знаменитая книжная ярмарка проходит в Риме ежегодно. Здесь выставляют свои лучшие книги крупные и мелкие издательства. У читателей появляется возможность встретиться с авторами любимых произведений. За 5 дней ярмарка собирает огромное число посетителей, больше 50 тысяч человек.